Уличные акулы. Уличные акулы. Акулы ведут следствие. Hello. Приветствую вас, уважаемые жители Фишн-Сити. Включайте ваше радио и устраивайтесь поудобнее, потому что некоторое время вам из дома лучше никуда не выходить. В деловом квартале появились хищные уличные акулы. Берегитесь, акулы! Телефоны просто разрываются от сообщений с угла 4-й и главной улиц. Они уже здесь. Бежим отсюда. Похоже, эти дети верят во всю ту ложь, что говорят про нас. Наверное, их пугает кусок асфальта в твоих зубах, Джеб. На зубочистку. Страшнее нас может быть только гнилая медуза. Обалдеть! В верхней части города полиция продолжает поиски доктора Парадигма. Он единственный, кто сможет остановить акул. И зачем я только слушаю этого трепача? Он действует мне на нервы. Еще одна телеграмма. Лучше прочитаю ее, прежде чем уйду. Он уже добрался до резервуара в Гринхиллз, чтобы добавить водные запасы города элементы, разрушающие гены. Не знаю, кто это послал, но похоже, что нам грозит опасность. Ну почему все нас так боятся? Это понятно. Когда доктор Параноид крутился здесь, он сделал все для того, чтобы мы выглядели настоящими барракудами. Поэтому о нас так и думают. Но ведь Параноид пошел на корм рыбам. Стрикс прав. С тех пор, как доктор Пи всплыл брюхом кверху, все уже забыли, что он говорил. Люди боятся нас лишь потому, что мы не похожи на них. Ребята, я получила компьютерную телеграмму. Она какая-то странная. Надо все самим проверить. Обалдеть! Что скажешь, Бенц? Похоже, штормовая труба чиста. Тогда понеслись! Нападение акул! И все же я не понимаю, кому понадобился водный резервуар города? Параноиду. Только так он может поразить весь город генетически. Мне нравится твоя акулья логика. Но ведь параноид всплыл пузом кверху, пошел на корм рыбам. Может и так, но меня что-то беспокоит. Нам осталось только одно. Докопаться до самого дна этой загадки. Акулы ныряют! Что? Что это? Уличные акулы!
Поскольку вся вода нашего города проходит через эти трубы, их образец может дать нам ключ к разгадке. Внимание! Сюда кто-то идет. В чем дело, Рип? Главный вход, они там. Это уличные акулы. Сейчас они получат. На вежливость времени уже нет. Вам нужна вода? Он прав, Стрик. С этим ребятам надо охладиться. А нам пора сматываться. Стрикс, займись оградой. Считай, что уже выполнено. Ограда под током. Познакомьтесь с лазером, ребята. Эй, меня чуть не достали. Охранники сделали большую ошибку. Сейсмическая трещина. Что происходит? Обалдеть! А теперь сматываемся. Запомните, придурки, наша основная цель — отвлечь внимание людей от резервуара и сфокусировать его на том, во что любой легко поверит — на угрозе нападения уличных акул. Все ясно, доктор. Мы уже переодеты. Взрывчатка готова. Отлично. А когда будете улыбаться перед камерой, покажите свои акульи зубы. Начинаем преследование акул. Все за мной. Акулы, за мной. Просто фантастика! А вдруг появится поезд? Так и есть, на нас идет поезд! Похоже, пришло время опробовать новый турбоакулий проникатель. О нет! Первый этаж. Приготовили взрывчатку, гранаты и динамит. Минуточку. Готов поклясться, я что-то видел. Показалось. Второй этаж. Гранаты, взрывчатка, пластик. И улыбаемся в камеру. Полиция! Магазин Браннигана на 9-й улице подвергся нападению акул. Вышлите наряд. Скорей! О, боже, уборщик все еще здесь. Джо, это шеф охраны. Скорее беги из здания. Мы вот-вот взлетим на воздух. Детектив Брок, поступил сигнал об угрозе нападения на магазин Браннигана. Прекратите преследование акул. Преследование прекращаю. Срочно еду туда. Джеб Сламу, я только что перехватил полицейское сообщение о нападении акул на магазин Браннигана. Но это невозможно.
Вот именно. Мы должны с этим разобраться. Едем туда. Бомб больше нет. Тогда пора поступить как командир корабля. Покинуть судно. Немедленно эвакуируйте весь район. Акулы собираются взорвать здание. Там есть кто-нибудь? Да, на верхнем этаже, там уборщик. Не беспокойтесь, мы его вытащим. Не выйдет, акула. Это в ваших рук дело, вы арестованы. Первый этаж. О, эти наушники более мощные, чем я думал. Может, убрать немного басов? Прости, но это были не мы. Думаю, нам пора идти спасать этого уборщика. Акулийный рог. Второй этаж. У нас тут такое творится. Нам необходима помощь. Вы ее получите, детектив. И я сам буду этой помощью для вас. Доктор Парадигм? Но мы думали, что вы мертвы. Как видите, я хожу, я дышу. Обещаю вам, что на этот раз, несмотря на все разрушения, акулам не уйти. Третий этаж. Порази меня, гарпун, глазам не верю. Пираноид вернулся. Вот он. О, нет, не ешьте меня. Беги к окну, Джеб. Увидимся внизу. Четвертый этаж. Он схватил уборщика и, не теряя ни одной секунды, выскочил в открытое окно. Но уборщик все еще там. Не говоря уже об акулах, которые пытались его спасти. Какая жалость. Надо вытащить их оттуда. Нет. Что случилось? У вас такой вид. Где Сламу? Он в порядке? Погодите, сначала вытащим уборщика. Не беспокойтесь, он жив, просто потерял сознание. Ничего себе. Чего вы ждете? Доставайте антиакулью сеть и хватайте негодяя. Ребята, вы ошибаетесь, я... Спокойней, здоровяк, спокойней. Хватайте его! Эта уличная акула чуть не убила уборщика. Вы же знаете, что это неправда. Стойте! Пираноид прекрасно знает, что я невиновен. Ты ведь знаешь, что уличные акулы не делали ничего из того, в чем их обвиняют. Отличная работа, парни. Сламу, мы должны освободить его. Нет, нападение на полицию обернется против нас. Надеюсь, вам известно, что по приказу мэра все задержанные уличные акулы должны быть отданы мне для перевоспитания. Я буду очень признателен, если вы запихнете его в мой фургон. Может, на полицию нападать действительно не стоит, но нападение на пираноида совсем другое дело. Следуем за ним, выясним, куда он его повез. А попозже вызовем наш акулий крейсер. Держись, братец. Мы идем. Остальные акулы могут пока порезвиться на свободе. Ну уж, это точно мой. Надо было освобождать Сламу, когда была возможность. Опять срочная компьютерная телеграмма. Пираноид превратил старую тюремную башню Фишн-Сити в... Я не ошибся? Пираноид превратил башню в свою восстановительную лабораторию? Я их вижу, Лена, не волнуйся. Сламу пока в порядке.
Плохие новости нам уже известны. Может, скажешь что-нибудь хорошее? Я бы с удовольствием, Рипстер, только нет ничего хорошего. С другой стороны, у нас скоро появится возможность проходить сквозь стены и прогрызать сталь. Если мы будем прорываться с трех сторон, с воздуха, из-под земли и сквозь главный вход, то хотя бы один из нас сможет это сделать. С воздуха? Разве акулы похожи на летучих рыб? Держи плавники наготове, Джеб. Я все время за ними слежу. Вокруг все чисто. И это очень плохо. Жду не дождусь настоящей схватки. Прости, Слобстер, но если у акул не получится, то твой суперскелет я смогу и сам разломать на кусочки. Успокойся, Слэш. Береги свои силы для работы по дому. Извините, доктор, но иногда я просто не могу себя сдерживать. Знаю. Ведь я сам сделал тебя таким. А тебе, дружок, нужна полная переделка. И прекрати дергаться. В этом растворе нельзя утонуть, даже если бы ты не был полурыбой. Зато с помощью моего электронного устройства я так повлияю на твою ДНК, что ты станешь жестоким и беспощадным орудием разрушения, преданным только мне, как это и было задумано с самого начала. А затем я просто извинюсь перед мэром Мариной и объясню, что не сумел тебя перевоспитать. Продолжай поиск, Бенс. Вот оно, фантастика! Спасибо, Бенц. Вы уверены, что справитесь без меня? Не сомневайся, ты готов? Джеб? Я уже ныряю. Нам тоже пора, Стрикс. Акулья атака. Все отлично. Акулья атака! Прекрасно, Рифмейстер! Нападение акул! Нападение акул! Нападение акул! Они на нас напали! Слэш, выйди и останови их! Стрикс, можешь попрощаться с жизнью! Слобстер готовится к атаке. Но Рипстера не запугаешь. Он бьет первым. Противная акула! А теперь пора освобождать Сламу. Добро пожаловать, акулята. Я вас ждал. Замечательно. Замечательно. У меня было достаточно времени для того, чтобы повлиять на генетику вашего братца и сделать из него настоящего разрушителя, который слушает только мою команду. Скоро вы все станете моими послушными помощниками. И не останется никого, кто смог бы помешать мне захватить Фишн-Сити. Акулья атака! Молодец, Джеб! Останови своих братьев, напади на них! Не делай этого, Сламу! Твой мозг не должен ему подчиняться! Держись! Не слушай их, Сламу, ты должен подчиняться только мне! Нападай на них! Сейсмическая трещина! Нет! Чего вы ждете, морские слизняки? Пора искать колеса и мотать отсюда побыстрее. Правильно, Сламу, даешь свободу. Вы так ничего и не поняли, акулята. Это всего лишь начало. Посмотрим, кто будет смеяться последним.
Что скажешь, Рипстер? Ты выяснил, что за генетическую заразу запустил пираноид в воду очистительных сооружений? Мы взяли из воды кучу проб, но не обнаружили ни одного реагента, действующего на гены. Кажется, я знаю, с чего нам начать. Доктор Парадигм таинственным образом воскрес из мертвых. Он наша последняя надежда на спасение Фишн-Сити от акул. Слава богу, доктор Парадигм вернулся к работе, говорит мэр Марина. Город вздохнул с облегчением. Единственная надежда города выжить в 21 веке — это я. И только я. Да. Доктор Парадигм, это Лена Мак. Я так рада, что вы вернулись. Спасибо, Лена. Я жду тебя завтра на рабочем месте ровно в 8 утра. Я приду. Да, мне ужасно нравится проводить свои исследования в этом замке. В скором времени весь Фишн-Сити станет моей огромной лабораторией, и я смогу переделать ДНК его жителей так, как захочу. Пираноид хочет, чтобы ты вернулась? Да. И если у него есть секреты по изменению генных структур, то я все об этом узнаю. Отлично! Автор сценария Дуглас Бус. Художник Хелен Хендель. Композитор Джордж Левин. Режиссер Рон Майрик.